Гормоны, стоп, гормоны очень важны. Гормоны – это природа. Гормоны – это природа. И связь с женской энергией. Означает, если вы хотите гормоны нормальные, значит, надо больше на природе быть, больше в лес, больше земли, больше воды, больше упражнений там на природе, чтобы организм работал, больше вести себя по-женски и есть овощей и молока. Вот вам гормоны. Если вы не можете, это вам не помогает, значит, делайте все, что можете. Пускай это будут искусственные гормоны, все что угодно. Женщина должна любыми способами зачать ребенка, какими только она может. Но знайте, что не так все плохо. Если вы будете пользоваться правильными методами, будет правильный результат. Очень легко восстановить женские гормоны с помощью естественной среды, потому что именно эта среда и создает нормальные женские гормоны. Женские гормоны нормальные поддерживаются с помощью энергии Земли, Луны и воды. Если у вас недостаточно этой энергии, тогда зачем пить гормоны? Просто сделайте, чтобы ее было достаточно, и все.